решили сейчас сделать выездное мероприятие в Москве. Оказалось, что действительно не так легко приезжать в Москву, действительно, потому что все привыкли к сочинскому климату и, к сожалению, наверное, не та пора времени, что действительно выезжать на Москву, да, с какими-то бизнес-командировками. Но все-таки решили, да, уже все-таки после, наверное, или к окончанию зимнего сезона собраться в Москве, собрать своих друзей, партнеров из туристической отрасли, как бы всех, и поблагодарить за хороший прошлый сезон, летний, зимний, да, и действительно рассказать очень много интересного, что у нас проекты продолжаются в курорте Горки Гора, да, у нас в интерстейт-гостиницах под их управлением, как бы, да, конечно, все услышите, что у нас, вы знаете, наверное, уже действительно, что и горная зона у нас открыта, как бы, да, именно в Красной Поляне, так что хотели тоже всем чуть-чуть презентовать новый объект, который у нас вот буквально открылся последние дни прошлого года, да, так что, думаю, это будет очень всем интересно, так что и, конечно, рады всех видеть и приветствуем всех на нашем мероприятии.